Да я не могу сейчас заплатить, не выселяйте нас, пожалуйста. Братик, учительница сказала, что завтра в школу нужно привезти фломастеры, а у меня их нет. Ну, рассказала, значит, купим? У нас же совсем нет денег. Ну как совсем? На фломастеры же хватит. Здрасте. С вас 420 рублей. Чё? Гречка, что ли, подорожала? Нет, у вас просто фломастеры 320 рублей стоят. Сколько? Это же просто фломастеры. Братик, а ты что, фломастера не купил? Вот дурак, Алиса. Представляешь, на кассе их забыл. Ты давай пока иди на остановку, а я заберу фломастер и тебя догоню, хорошо? Хорошо. Что я тебе сказал? Братик? Алиса, а ты что тут делаешь? Я сказал идти на остановку. Ты что, украл фломастеры? Да нет, он просто деньги на кассе забыл.